Всем привет! Меня зовут Кирилл, и сегодня я вам покажу, как сделать вид, что ты усердно трудишься в офисе. Техника быстрой смены окон. Ну, это, короче, можете и ютубчик смотреть, и типа работать, поняли? Всегда таскайте с собой папку, чтобы казалось, что у вас очень много работы. Не забывайте тусоваться у диспенсера, пить воду, типа. Взгляд занятого человека. Всегда повторяйте за боссом. Нужно сдать отчет. Нужно сдать отчет. Нужно сдать отчет. Завтра собрание. Завтра собрание. Завтра собрание. Завтра собрание. Прикинь, у моей жены цистит. У моей жены цистит. У моей жены цистит. Виктор, сколько время? Уже 6. Всегда уходите вовремя. Кстати, Мирхан, ты уже решил, кто будет путы резать? У нас же через месяц уже цаубисер. Пускай это Талатара порежу, все. Он же бандит. Ты же знаешь, кто режет пута, его судьба передается ребенку. Ну тогда пускай это Канатара порежет. Ты хочешь, чтобы наш малыш коррупционером стал? Он же госслужащий. Ну тогда пускай Фатима Тати порежет. И чтобы он всех обманывал. Фатима Тати вообще на весах накидывает, там жир накидывает. Мирхан, ну какой Нурлан Ага? Он же хирург, еще и больных передачки отбирает. Ты че, елка, всех моих родственников обхаяла, елка? Давай с моей стороны, вижу Азамат Ага. Он успешный, у него дома, машины классные. Во-первых, не пихай своих родственников, а? Во-вторых, не надо Азамат Ага. Потом нас до седьмого колена, все казахстанцы, все будут проклинать нас. Он же это, Сергей завез Казахстан же. Здесь задержка? Да, здесь можно. Ага, все, приехали. Спасибо большое. Да, не за что. Не поняла. Это что только что было? Таксанул просто и все, там лишние деньги не помешают. И с каких пор ты таксуешь? Ну, она одна стоит на холоде. Я человечек же, нужно взять же. А что ты бабушку тогда не взял? А где бабушка? Не заметил бабушку? Не заметил. Она в окно тебе стучала. Сынок, открой. Да? Сейчас дай деньги, я в магазин схожу, хлеб как раз куплю. Какие деньги? Которые только что она тебе заплатила. А я не взял. В смысле, ты у нее и деньги даже не взял? Ну, вдруг студентка, вдруг деньги нужны, я вот не знаю. Ты капец, Мержан. Ну, хочешь, я ей позвоню, возьму у нее деньги? У тебя ее номер телефона есть? Она же только что дала мне, ты не заметил, когда мы ехали? Всем классно, да, Мержан? Бызги деньги летний держок! Да, вы че, е-мое, пацаны, вот моя любимая, да, вот самая лучшая. Ради меня она на все готова. Она готова мою работу даже сделать, понимаешь? Ходовку она мне поменяла, шины поменяла, балансировку сама сделала, знаете? Вот моя любимая. Это разве? Вот моя любимая, действительно, ради меня на все готова. Она может в 3 часа встать, встретить всех моих родственников, накормить, еще всех уложить. Еще 3 раза в день может солен давать. Вот она, любимая. Я так, посмотрите, это мелочь, пацаны, что там, колесо поменять, родственника встретить. Вот моя любимая, да, ради меня на все готова. Вот моя любимая ради меня готова, да, общаться с моей второй любимой. И договориться с ней, чтоб я завел 3-ю любимую. Дальше, слушайте.